И всем привет, с вами как всегда Максим, канал GG Family, и мы продолжаем Ни на Куни 2. Итак, я уже немножко... Ой. Да, тут все разрушено. Сумма. Что же делать? Нам нужно наверх. Тям сюда. Тям? А? Чего он хочет? Ну же сюда. Он хочет, чтобы мы последовали за ним. Что бы там ни было, нужно пойти проверить. Окей, давайте сходим, посмотрим. Стой! Малыш, не убегай далеко. Блять, музыка что-то такая вообще это. А, не договорил я. Игрушка, как я понял, очень длинная, так что серии теперь будут где-то часовые, наверное. Ну, 50 там. А то и час. Здесь что-то есть. Что же там есть? Блин, какие же они няшные все-таки. Чё там? Чё там такое? О, новый! У нас пополнение, как я вижу. Ху. Ясно, он хотел спасти своего друга. Он упал в яму и не мог выбраться. Блин, такие няшные. Танцуют. Сиба. Приветики. Дикс. Это мне? Вы получили обыкновенную ветку. И что же это? Веточка. Ах, веточка. Ну, классно, да. Сюда, сюда. Похоже, они зовут нас куда-то еще. Витя, дуй. Витя, дуй. О, что это? Выученное заклинание. Взвейся, вихрь. Ой. Эван, что только что произошло? Это ощущение, это магия. Похоже, этот малыш только что научил меня новому заклинанию. А теперь сможем подниматься по этим... Тютя, тютя! Он говорит тебе использовать его на вертолете. Попробую. Так, а как использовать? Пиу-пиу-пиу. Ну да, теперь мы сможем улететь наверх. Ты там не потеряйся, малыш. Лятя. Вот это да, фуняши такое умеют. Этот фуняш управляет ветром. Слушай, мы тоже можем этим воспользоваться. Ну, давай попробуем. Ох ты ж, блядь. О, чемодан. Сапожки, вы получили вихревые ботинки. Ништяк. Так, а обратно я просто слазю и все, да? Не разобьюсь я. Окей, так. Ну все, погнали, малыши, дальше. Вот, мне все не дадут договорить. Серии будут длинные, потому что даже сам разработчик сказал, что минимум 40 часов. Блин, я где-то там еще до этого видел. Ну, не хочется возвращаться, так что ладно. Вот, и 40 часов, ну это, видимо, без побочек там всяких. И если не тупить, как я. Хох! Хо-хо-хох! Пиратов пока не видать. Ну вот. Тут всякие малыши и карандаши попадаются нам. Ну, новый уровень. Один. Какой 11-й? Почему 11-й? 8-й же. Победа. Вот. Вот. Да. 8-й уровень. Никакой не 11-й. Мне, видимо, показалось. Обычный камень. Так, а там кто-то уже летает посерьезнее, видимо. Кости... 5-й уровень. Громокрылы. Ну, давай подеремся. Так, все, повалили. Мочим. Тихо. Так, фуняши, выдавайте там это тоже как-нибудь. Подбивайте их. Этих летающих. Отлично. Все, справились. Все. Легкотня оказалась. Ну да, в принципе, у них 5-й уровень, у меня там 8-й уже.
Тем более мне тут в фунях теперь целое стадо. Да, как-то некрасиво говорить про них стадо. Я не знаю, как назвать. У них это маленькая компания. Так. Мне интересно, мы встретим здесь все-таки этих воздушных пиратов или нет? Мне прям интересно, на что способны эти воздушные пираты. А так пока ничего сложного. В принципе, даже можно с этим не драться, а обходить. Ну, я пока хочу качаться. Как можно больше. Хаджимей, да. Опачки. Вот это да. Ай, тихо, птичка. Ну, да, лети, да пти... Да попади ты по ней. Что ты прыгаешь? Да что ты делаешь, а? Эй, вон, Макгрегор, блядь. Или кто я? Я уже забыл, кто. Тихо, она какую-то... Фуняши там тоже дерутся, да, я смотрю. Да. Кстати, уровень качается очень быстро. Вот только мы апнули 8-й, уже, я не знаю, процентов 30, наверное, к 9-му. Так что да, надо пока драться ходить. Потом, наверное, все будет гораздо сложнее. Ну, а там что это? Водопад или что-то такое? Ну, я даже не знаю, куда вниз, вверх пойти. Птицу главное вырубить. Асей, конечно, да. Какие-то феи тут. Блин, не успел фунях задействовать. Кстати, а второй-то со мной ходит тоже? Или пока нет, или надо его там только включить? Где-нибудь. Сундучело. Ну и чаек. Так, интересно, если вниз я упаду. Ну, скорее всего, нет, не надо так делать. Блин, я все на shift жму. И думаю, что я побегу быстрее. Но нет. Так. Нет, это не то. Ну так вот, мы включим. И Т, кажется. Кнопочка. Блин, неделю не играл уже, все забыл. Команда. Молодец. А, нет, он сразу, да, включился. Хорошо, отлично. Все, ништяк. Так, а как залезть? А вот так вот хорош. Хорошо. О, здесь холодно. Да не ссы, нормально все. Тихо. Так, крысёныши, ну-ка не убегать. Так, еще на одну магию остался. Но он уже почти сдох. Может... Ха, ты-то кто такая? Кто? Что там написано? Вертихвостка? А, ветродух. Нихера себе. Ты чё, ветродух? Ну-ка, фуняхи, ну-ка давайте включаемся. Блин, ну все, не дали фуняхам пострелять. Ну ладно. Кстати, почти 9-й уровень уже. Я говорю, блин, что-то слишком быстро как-то качается. Я, кстати, что-то не обратил внимания, если здесь... Уровень сложности? Ну да, скорее всего, по этой херне можно пройти. Я так думаю. Так, а может быть, фуняхам вторым тоже надо что-нибудь включить? Виртуальное исцеление. Да нет, вроде бы. Робкий. И тот у нас робкий. Я хочу попробовать сходить здесь. Куда это я... Пойду, приду. А, нельзя, да? Ну ладно. Хорошо. А, очень хотелось на самом деле. Так, опять эти птицы. Оп, вот и все. Вот и все. Ну, мышечки, ну куда вы лезете? Да, такие тоже маленькие и миленькие. Прям не хочется их бить. Фуняхи, сражайтесь. Я пока побегаю, позабираю что-нибудь. Какие-то флаги. Можно их ломать? Нет, нельзя. Я так думаю, что... Че, вы не можете там убить, что ли, одну фею?
Ну что такое? Упал. Ну вставай, вставай. Так, я вижу еще что-то есть. Блин, далеко ты тут сиди. Хрустящий орех. Это все можно использовать, там какие-то временные бонусы, как я понимаю, дают. Но пока мы в этом не нуждаемся, у нас скоро 9 уровень. А тут и ногу поставить некуда. Да, в смысле? Лишь бы не подскользнуться. Ты кто? Ты чё такое? Из алтаря духов в природе доносятся странные звуки. Показывай, что там у тебя. Я не против, если ты мне что-нибудь принесешь в дар. Ой-ой, это же что такое вкусное, вкусящее, как орех, да? Ну да, у меня есть орешек. На. Ну да. Не вопрос, мне не жалко, мне их 17. Вы положили хрустящий орех на алтарь духов природы. Да-да, давай, это сюда, отлично, мне нравится твой дар. Фунях, еще один, что ли? Фуняш выпрыгнул из алтаря духов природы, отлично. Фуняш, осенний ветер, Флори стал вашим новым союзником. Крутяк, теперь у меня их трое, да? Ой, и можно телепортик активировать. Хорошо. Хорошо, так, посмотрим, что они там автоматом выставились, да. Только почему-то они 0 из 3, а... А почему не 0? Или они сейчас накопятся, наверное, у меня еще? Можно с тобой что-нибудь еще сделать? А, ну все, да. Там в фунях сидел, потому что и разговаривал из-за этого. Значит, надо искать такие алтари. Мы высоко забрались. Да, можно еще выше забраться вот здесь вот. Там что-нибудь будет. Какой-нибудь тайничок, мне кажется. Главное улететь в нужную сторону. Да, точно, тайничок. Сим-сим, откройся. Какой-то сундучок тут. Ништячки здесь. Так, а почему я сюда не мог просто так прийти? Скажите мне. И есть ли проход там дальше? А, тут еще один сундук. Все, я понял, хорошо. Там всякие птицы. Окей, окей, так. Все, ладно, бежим, бежим в нужном направлении. А то, правда, эта игра затянется у нас на 500 миллионов серий. А то и больше. Так, я могу здесь слезть? Нет? Можно слезть только там, где залез? Или что? Ну, здесь точно можно. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Где пираты? Эй, пираты! Что такое? Что это? Что за звук? Походу, пираты сейчас придут. Ну да. Кто это? Угу, точно. Вот это да, вот это поворот. И как это мы так сдались без боя? Эй, вы! Вот это наглость, как беспардонно вторгаться на нашу территорию. Неужели вы не слышали ничего о заранее грозе небес? Ну, простите, мы родом из других мест. Но у нас есть причина, по которой нам, во что бы то ни стало, нужно перейти через эти земли. Ничего не знаю, раз вы должны... А, дошли до сюда, значит, вы видели расположение нашей базы. Вас ждет смерть. И именно по закону воздушных пиратов нарушение небесных границ карается смертью, приступим же к исполнению приговора. Погоди-ка. Так мы не летим по небу, а значит никаких небесных границ мы не нарушали. Логично. Молчать, ничего не знаю. Сейчас мы вас прикончим. Может быть не надо, а? Ну что ж, прощайте. Это кто? Шанти? Что это вы тут делаете? Прикольная девчуха. Задумали устроить самосуд втайне от босса? Видимо, они боятся ее. Ну,
За голову нарушителей небесной границы назначена награда Воздушного Альянса. Если вы убьете пленников, вы будете равносильно... Это будет равносильно умышленному устремлению к наживе. Нет, что ты, мы не... Но раз так, тогда вам следует отвести этих ребят к боссу и спросить его, как нам с ним поступить. Понял, будет сделано, Шанти. Что же делать? Дождаться подходящего момента и сбежать. Этих двоих проводите на базу. Я еще немного попатрулирую. Потом возвращайтесь. Поэтому возвращайтесь без меня. В последнее время виверны ведут себя подозрительно активно. Меня зовут Шанти. Вы не волнуйтесь, босс у нас толковый. К тому же он еще и мой любимый папочка. Понятно. Да ладно. Любимый папочка. Ну что ж, идем к любимому папочке. Надеюсь, он и нас полюбит. Ну, не в том смысле, конечно же. База воздушных пиратов. Ну ничего, тут у них прикольненько. Идите сюда. Ну пойдем, веди. Эти кандалы просто так нас не отпустят. Бесполезно пытаться их снять. К тому же, что-то к тому же. За нами следят или что-то такое. Заран Гранат Бес, интересно, какой он? Его дочь говорила, что он толковый человек. Смиренно подчиняйтесь пиратам. Хорошо, мы так и делаем. Это база воздушных пиратов? А здесь просторно. Будете творить что-нибудь странное, мы... и с обрыва спустим. Что я уже что-то выдумываю? Уже прям свой сценарий пишут какой-то. Так, пойдем вниз. Там он много... Что же с нами будет? Да мне кажется, сейчас мы подружимся. Мы ничего зазорного не сделали, расскажем все как есть. Ну да. Мы просто шли. Мы не летели. Мы не порхали, мы не планировали. И кто же из них Зоран? Наверное, тот, что с бородой. Это те самые чужаки? Да. Я хочу доложить о них боссу. Он на месте? Нет, это не он. Не бородач. Вот, видимо, босс идет. Сюда. Кто тут у нас? Мы. Бродившие по долине воздушных змеев подозрительные личности, значит. Да. Пожалуйста, выслушайте нас. Мы всего лишь хотим пройти колыбели божества. Вы зашли на нашу территорию. У нас, воздушных пиратов, нарушение небесной границы карается смертью. Я прикажу сбросить вас на дно каньона. Станьте кормом для стервятников. Вот наше дело. Но... Постой, перед тобой король Коронелла, его величество Эван. Ты вообще понимаешь, что повлечет за собой такой поступок? А? Забавная шутка. Я слышал, что король Коронелла умер, и принца постигла та же участь. И что же тогда этот самый король делает здесь? Произошел государственный переворот, король в бегстве до тех пор, пока все не успокоится. Да, подобное сообщение действительно поступало от Воздушного Альянса. Вполне вероятно, что это правда. Ага. Раз так, это даже удача, если они умрут здесь. Почему? Королевство Коронелла распалось. Возможно, оно станет более лояльным к стране, и отношение к нам, воздушным пиратам, тоже изменится в лучшую сторону. Босс, случилась беда. Виверны похитили Шанти. Эти подонки посмели заявиться с требованием освободить и передать им нашу базу, если вам дорога жизнь вашей дочери. Что? Ах, они трусливые подлецы. Если мы покинем базу, мы станем абсолютно беспомощны. Боюсь, виверны перебьют нас всех без остатка. Выбора нет, я не могу позволить принести в жертву всех здесь присутствующих ради одной моей дочери. Что? Моя дочурка. Но, босс, хватит больше ни слова.
Постойте, не отчаивайтесь. Что ты сказал? Раз не можете пойти вы, позвольте это сделать мне. Я спасу Шанти. Поверьте мне, уважаемый Зоран. Шанти спасла нас в тот момент, когда нас едва не убили. Поэтому теперь моя очередь помочь. Тебе какая-то выгода от этого есть? Босс, этот тип собрался сбежать. Я не сбегу, ни в коем случае не сбегу. Ой. Что вы замышляете, черт побери? Какая у вас цель? Я принял решение, я стану королем и создам страну, в которой все будет улыбаться. Все будет. Все, и все, и все, и вся. Ага. Так ты же у нас король, твоя жизнь была в опасности. Ты пустился в бегство и оказался здесь. Наш мир снова в огнях битвы. Даже если ты станешь королем, никто не будет улыбаться. Не пизди, поэтому позволь, я стану королем, который объединит все страны нашего мира. Да как? Великий король? Типа того, что бы это ни стоило, я создам страну, в которой все будут улыбаться. И поэтому... Поэтому я не могу позволить себе застрять здесь. Очень, блядь, смешно. Ну-ка, развяжите меня сейчас, пиздюлей, всем отвешу. А ну, замолчали все. Так, и что дальше? Если не смогу помочь Шанти, я не достоин быть королем. Убейте меня, делайте со мной что хотите. Но если я спасу Шанти, я хочу, чтобы вы позволили нам продолжать путь к колыбели божества. Да хватит кричать на меня. Так вот, какой путь ты избрал. Где? Понятно. Пожалуйста. Пожалуй, я согласен, сделка в силе. Ну и все. Ну вот и сразу надо было так поступить, и никаких бы проблем не было. А то я потом стану королем, еще припомню тебе, какие-нибудь налоги на тебя наложу. Чуть больше, чем у всех. У всех будет 0, у тебя будет 0,001%. Я же буду добрый король, блядь. И где они удерживают Шанти? К западу отсюда есть пещера, известная как Логово Вернов. Я уверен, что они держат ее там. Также на нашей базе есть оружейные и другие торговые лавки. Воспользуйтесь ими, если необходимо. Роланд, поспешим. Шанти в опасности. Да, идем. Да мы... Не надо нам никакой помощи от тебя, понял? Король пиратов. Мы вот соберем тут ништяки всякие только и поговорим с девчонкой. Мы воздушные пираты, очень дорожим дружеским отношением, хотя у нас есть... Нет, у тебя все... Наша вина. Да, конечно, ваша вина. Так, есть что-нибудь еще тут собирать? Я потом буду с ними разговаривать со всеми. Так, а тебя нельзя толкнуть? Нет, наверное. Нет. Ну тут можно что-то взять. Да, я потом буду с ними разговаривать. Сейчас они, может быть, мне что-нибудь и не расскажут, что я хотел бы услышать. А потом все будет ништяк. Потом они скажут: о, спаситель Шанти. Мы тебя любим. Новый принц. По-любому. Так, открываем телепорт. Сбегаем, наверное, вниз. Хотя, ладно, потом сбегаем. Так, куда идти? Я все правильно иду. Окей, пока, меня не ждите. Я пока не выполню свою миссию, не вернусь. Ну и вот так-то, ребятушки. Вот так. База воздушная. А, все, я понял. Я уже забыл, что тут так. Что там такое? Yes. Логово Вернов в том направлении. Пойдем. Так, 7 уровень. Ты нападешь на меня? Так, ну я вижу сундучок. Сначала сходим за сундучком. Потому что там может... Кстати, я же... надеюсь, Шанти все в порядке. Да, все ништяк. Они взяли ее в заложники. Так просто ее не станут убивать. Это точно. Пока они дождутся выкупа. Че там... Слезу ангела. Привет. Громокрыл. Ой, вас как много там. А в смысле они теперь не падают? Так, ну-ка давай, включаемся. Давай. Уровень, отлично. 9 уровень у нас уже есть. Все. Блин, пока эти накопят свою там эту няшность. Их магия, наверное, называется няшность.
Я уже всех к этому моменту перебиваю. Ох ты, какой-то сундучок интересненький. Сундук заперт. А что делать? И что делать с этим сундуком? Надо найти ключ какой-нибудь или что-нибудь прокачать себе? К обороне, да. Все, бейте его. Ой, а что ты сделал? А, он лечит, да, вроде бы меня? Или что-то такое? Я не помню. Ты чё бьёшь, нях? Нях-фу-нях. Ну-ка, не сметь. Ага. Всё. Да, они что-то на меня колдуют, и от этого мне... Хорошо, какую-нибудь броньку или что-нибудь такое. Замечательно. Магический жезл света. Так, это, видимо, что-то для этого, для Эвана. Всемогущего. 14 уровень. Не-не-не, подожди. Ну ладно, пойдем. Я не хотел с тобой драться, мышонок. Но вас так мало. Хаджимей. Легкотня. Блин, 14 уровень, а вообще такие никчемные. Все. Вот и все. Я думал, что-то страшное будет. Так, уже птица там где-то появилась, что ли? Так, а что-то тут столько развилок. И куда нам идти? Ой, какую-то зефирку нашли. Так, давайте посмотрим, что у нас там по снаряжению. Да, кстати, блин, я совсем забыл, кстати. Кольт опасности. Ну, давай возьмем. Тут вряд ли у нас что-то лучше, да, появилось. А, башмаки. Вихревые башмаки. Это у нас... Да, это и так хорошо стоит. Так, это магия. Окей, тут погнали. Магический жезл. Мы нашли новенький. Да, вот, покруче будет. Так, это... Так оставляем. Тут одеваем ботиночки. А, кольцо магии. Ну, давай Эвану дадим. Ой, нифига у нас сколько амулетов-то. Так что этому тоже надо что-нибудь одеть. Так, ну, колец. Колец больше нету. Ну, лучше защитку возьмем. Ну да. Вот так вот. Так. Надо сюда сбегать все-таки. Смотреть, что там было. Лог Виверн. Виверн. А, ну все, там эта птица. Ладно, мы к ней не пойдем. Мы там немножко по другому пути шли. Так, а тут как лучше нам пройти? А, ну к логову, да, вот сюда вниз. Нет, кстати, нет. К логову вот сюда. Все хорошо, тогда мы сюда сбегаем. Тут, кстати, Виверна стоит. 13 уровень. Довольно такая мощная получается. Тихо. Да, они такие довольно-таки неплохие, как можно сказать. Вот эта комбинашка у меня тут уже, да? Вот и все. Надо не забывать пестиком пользоваться. Он тоже может помогать мне. Не. Так. Или нет. Не, давайте пойдем обратно, наверное. Спасем все-таки тогда Шанти. А то мало ли, сейчас куда-нибудь идем далеко, и это затянется у нас на очень долго. Блин, ну крыса-кабан. Крысопус-лучник. Ну давай, ладно. Опять. Ничему тебя не учит. Вот и все. Ну зачем? Зачем бессмысленные убийства? Я не хотел, правда. Но мне пришлось.
Так, а ты, крысолучник, нападешь на меня? Да, нападешь. Ну, как хочешь, как знаешь. Ладно. Но тут хотя бы все 9 уровня. Ой, меня в глаз ударили. Лохматая шкура, блин. Ну зачем было так переводить лохматая шкура? Ну что это такое? Ой, а это кто такие? Ну что-то я опять куда-то не туда ухожу, походу. Вы кто такие, ребят? Эй, ребятка, не рекомендую вам туда ходить. Там полно горных разбойников, у нас слишком мало людей, чтобы противостоять им. Окей, что ж, придется отказаться от этой затеи. К тому же у нас есть другие важные дела. Да, значит, сюда нам пока рано. Видимо, сначала надо спасти Шанти. Шанти, Шанти, блин, где же в какой-то игре или в каком-то фильме, сериале тоже была Шанти? Ну, что-то я не припомню. Ребята, пишите в комментариях. Долина воздушных змеев. Так, я туда иду вообще? Что-то не понял я. Нет, я не туда, я вернулся обратно, да? Да. Ну давай сохраним. Значит, все-таки надо туда идти, куда я изначально хотел. Это я возвращаюсь, да? Так, правильно? Да, 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 да. Нет, это мне не надо. Это ни к чему. Так, получается нам, да, все-таки туда куда-то вниз. Как наверх залезть? Я не видел здесь никаких... электрический скам. А ты на меня будешь нападать? Вроде бы, если они уровня ниже. Но нет. Видимо, большой разрыв нужен совсем. А, ну хотя у меня у Эвана там что-то уровень 7, наверное. А, ну вот у Эвана тоже какой-то там уровень поднялся. Чё, где, кто? А, мышка была. Мышка-нарушка. Ну да, за полчаса в этой игре мало чего успеваешь. Блин, опять с ними со всеми драться? Ну, ничего не поделать. Виверна, дай пройду. А, ну вот сзади, да, можно обходить их, видимо. Блять, увидел, ну ты чё издеваешься, Виверна? Ну зачем тебе это? Ух ты ж, блядь. Это что это было? Это Эван что-то там сколдовал, что ли? Вообще мы их разнесли в пух и прах просто. Так, а куда птица? Птица убежала. Птица увидела, что происходит. И просто свалила со всех ног. Я же предупреждал. Я говорил, что, ну, зачем вам это? Лишние там проблемы, неприятности. Слизень, ну вот ты тоже как бы не нападал бы на меня. Но нет. В смысле внезапно? Это что, сзади на меня напали? Ну они никчемные же совсем. Так, надо посмотреть, есть ли тут уровень сложности. Сейчас гляну. Блин, долгий вот этот выход из битвы. Могли бы побыстрее это все устроить. Так, настройки. Вибрация. Это где это? Может быть тут? Или может быть это тут? Да нет, тут походу только... Нет, ничего такого нету. Уровень сложности значит одна. Блин, а? Ладно, я иду только туда, куда надо. Я не знаю, потом, может быть, между сериями буду. Ну как ты меня увидела, ты, Вера, а? Мы не доберемся сегодня до нужного места, я так понимаю. Ну куда побежал? Все, поздно. Есть тут карта у меня?
Да, вон, логово Верн уже близко. Может быть, потом они обоссутся и не будут на меня нападать. Птица! Ой-ой-ой-ой-ой. Вы чё? Блин, у меня вот эта атака вообще божественная. Она просто везде бьет. Везде и всякого. В полете, под землей. На другой локации даже, наверное, она достанет. А, интересно, кстати, будет какой-нибудь босс Виверна? Я надеюсь, что да. Догнал все-таки. Опять будет внезапная? Нет, не внезапная. Хаджимель, да. Блин, ну он только бьет вперед, да, как я понимаю? Да. Этой атакой только вперед. Засталенная кожа. Туда мы пойдем потом. Вот она, лого Виверн. Поспешим. Ну да, надо спешить. Спешить. Логово Вивернов. Вивернов. Какая узкая тропинка. Шанти держит где-то там внутри. Скорее всего. Во, вот так мне больше нравится. Мне не очень нравится вот. Милипизиками ходить. Так, нам тут дают сохраниться, во-первых. Во-вторых, нам дают еще одного фуняшку. Из отряда духов природы доносятся странные звуки. Показывай, что там у тебя. Я не против, если ты мне что-нибудь принесешь в дар. Ой-ой-ой, что это там? В торт и... Ну, не знаю, давай. Ну, нате. Сливки. Ну чё? Да, давай, это отлично, мне нравится твой дар. Ой, смотрите, какой смешной. Фуняш выпрыгнул из алтаря духов природы. Чертенок Сатир стал вам нашим новым другом. Окей, чертенок Сатир. Посмотрим, что ты будешь делать. Ну все, они у меня включаются сами. Так что настраивать ничего не надо. Чё у меня там по уровню? 10 уровень, а у этого 9. Хорошо. Хорошо. Ну да, сейчас будет босецкий, походу. Здесь никого? Как-то тихо. Эван, наверху! Что там? Да, их тут много. Видимо, это их какой-нибудь принц, король. Виверн Кинг. Гнев небесных ветров. Эй, вы зачем пришли сюда? Ты себе язычок смотри, не прикуси. Мы пришли за Шанти. Ха-ха-ха, пришли за девочкой, значит? Что-то вы не похожи на воздушных пиратов. Долина воздушных змеев принадлежит нам, Вивернам. Вы не Виверны и не воздушные пираты, а значит, это не ваше дело. Прочь. Мы не уйдем, пока ты не отдашь нам Шанти. Отлично сказано, Эван. Эй, теперь уже и наше дело, так ведь? Да. Что ж, вам придется пожалеть о своем выборе. Умрите. Что, с ним драться, да? Да. Так, ну надо его сбить. Ну, ой-ой-ой-ой-ой. Так, все, включаем. Так, где он там? Чё, сыкло? Ну-ка, пойдем сюда. Тихо, ты меня-то не взрывай. Валим его. Лашпета. Не давайте ему улететь, главное. Еще, да? Еще есть. Тихо. Не-не, куда собрался?
Все, мочканули, отлично, отлично. Фух, победа. Вместо обеда другие монстры тоже отступили. Они держат Шанти там. Надеюсь, с ней все в порядке. Изично, изи, 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 открывай. Надеюсь, это не ловушка никакая. Да, вот он, Шанти. Как ее снять? Эй, Лу, помогай, нужно разрезать веревки. А. Шанти, Эван. Поймал? Ага, поймал. Отлично. Так, они люди, да, как я понимаю, воздушные пираты? У них нету хвостиков, нету ушечек. И всего такого. Ты тот самый мальчик? Ты пришел спасти меня? Мальчишка? Мы же почти одного возраста. Ах, прости, прости. Я Эван. А я Роланд. Эван, Роланд, ну... ну, спасибо вам. И все-таки не думала, что ты такой отчаянный. Папаша молодец, конечно, прислал подмогу. Хм. Мы заключили сделку, я спасаю тебя, а он разрешает нам пройти через долину. Все-таки не пригадала я. Твои глаза похожи на его глаза, поэтому я решила, что ты ему понравишься. Ты про Зорана? Вовсе не похожи. Похоже, похоже. Твои глаза смотрят далеко-далеко в бесконечное небо. В бескрайнюю небесную даль. Вышагивает. Друзья, я снова дома. Шанти. Вы слышали, Шанти вернулась. Так мы же спасли ее. Конечно, она вернулась. Вернулась? Это правда. Ну так, блядь. Надо знать, с кем связываться. Босс. Шанти, похоже, ты допустил оплошность. Прости, босс. Эйвон, как я и обещал, я даю тебе разрешение свободно пересекать эту долину. Благодарю вас, Зоран. Хм. Мы еще на один шаг стали ближе к колыбели божества. Да ладно, колыбель божества? Вы идете к колыбели божества? Да. В таком случае, на крылатом рейтере будет гораздо быстрее. Но зачем вам в такую даль? Этот парень заключил договор со святым защитником. А, заключит договор со святым защитником и станет великим королем, который объединит весь мир. Королем, который объединит весь мир? Ага, так вот зачем тебе колыбель божества. Какой же ты отважный. Да, внешность бывает обманчивой. Так я решила, я пойду с вами. Нет никого, кто знает эту долину лучше, чем я. Чего? У этого, у отца чуть челюсть не отпала. Эй. А ты-то куда намылилась? Папаша, опять ты за свое. Можно я сама за себя подумаю, а? Ну что, Иван, прошу любить и жаловать. Шанти стала нашим новым союзником. Замечательно. Так, я там внизу на площади приготовлю рейтер. Как будете готовы, дайте знать. Ну вот так вот. Смотрите тут. Приколюшки новые появились. Так, ты там... Эх, эта чертовшка Шанти совсем от рук отбилась. Хорошо, я с ней, что с ней все в порядке. Ну, понял, тут, короче, да, ничего важного, в принципе, они не говорят. Есть что-нибудь? Да, есть. Лучше бы сундучок, конечно. С каким-нибудь крутым лутецким. Так, отсюда спуска нет. Хорошо. Можно упасть вниз? Нет. Отсюда ниоткуда упасть нельзя. Да, опустить. Ну, дети. Ну, не все же сразу. Так, значит, собираем добро. Все, что тут осталось. Чувак, тебе что-нибудь видно? А? Чего тут? Не может быть, они... Да, спасли. Мы такие. Да.
Обычную пуговицу мы нашли. Видимо, это очень ценное что-то. Так, вон она стоит. Нет, нам туда пока рано. Рано. Сейчас дособираем все. Шанти ты это пока. Стой там. Никуда не уходи. Фу, я думал, не вылезу. Так, еще наверх тогда сбегаем. Быстренько. Ну это же все-таки РПГ, тут надо все собирать. Так, это понятно. Тут, оказывается, был спуск. Короткий путь. Там он торговец. Ну, пока я ничего не буду это делать. Ничего не буду продавать. Вон сюда. На моем крылатом рейтере мы мигом долетим до колыбели божества. Готов? Ну да, погнали. Ну что ж, погнали. Как я и сказал. Эван, можно тебя на минутку? Если с ней что-то случится, я тебе пипиську отрежу и в рот тебе засуну. Я не мог перед всеми начать вас отговаривать, но... Никто еще не возвращался невредимым из колыбели божества. Если что-нибудь случится с Шанти, я тебе этого не прощу. Ну, практически то же самое, как я и сказал, только немножко в мягкой форме. Не волнуйтесь, мы будем осторожны, я позабочусь о Шанти. Ну что, в путь? В путь так в путь. Ага, яху! Прикольные эти крыла, как они там называются. Опять мимимишными ходить. Кобелы божества там, наверху. Хо. Туда забирались и... Забираться и забираться. Такая длинная лестница. Мы уже почти у цели. Что ж, наверх. Да, конечно, ты чё, блин, это... Так, давайте, во-первых, посмотрим по снаряжению, что у нас есть у Шанти. Ой, это не она. Так, ты с копьями, да, у нас ходишь? Да, ну нам тебе, значит, поставить пока нечего. Да. Так, ну, можно, наверное, какую-нибудь, да, амулетики поставить. Колец у нас нету. Че нам по магии воровство? Окей, хорошо. Так, команда. У нас все-таки лидер Роланд. Ты какая-то слабенькая, кстати. Да, смотрите, видите, они уже набрали силы полностью. Их уже 4, там из 4, у кого как. Ну все, погнали. Ой, а как туда? Можно в воду пойти? Нет, в воду нельзя. Ладно, бежим вверх по лестнице. Кто-то летает, я не пойму кто. На, это мы так ходим. Все. А то путают меня, путают. Так, сюда можно, да? Нет? Нет, тоже нельзя. Ладно, погнали в колыбель божества. Колыбель солнца. Надеюсь, он еще на месте там. Кто бы там ни был. Значит, здесь можно заключить договор со святым защитником. Да, если тебя признаю достойным. Что это? Дракон, да. У нас... Ты тот, кто пришел за покровительством богов? Оно говорит? Я Эван Дорис Фан Няндал. Я пришел, чтобы просить о покровительстве святого защитника. Докажи же тогда, что достойно. Пройди испытание мудрости и отваги. Ты должен пройти все испытания в одиночку. В одиночку? Вступай же, Эван. Дорис Фан Няндал, ты запомнил это имя? Эй, Эван, ты это, будь осторожней. Все будет хорошо, я уверен, что ты справишься. Ну, давайте. Сюжетный квест обновлен. Так, а, ну все, вы тут стойте, а я пошел. Становиться королем. Ага, тут загадки у нас будут. Что это? Это зал мудрости. От книги... Начало книги конца. Проведи историю в правильном завершении. Однако возвращаться назад не позволено. Это, наверное, книга начала. Т-
Так, испытание мудрости. Для того, чтобы приступить к испытанию, выберите начальное испытание в книге начала. Следуя ходу истории, пройдите все отметки у каменных статуй в правильном порядке. И проведите по всему завершению. Если последовательность кажется нарушена, испытание считается провальным, поэтому внимательно ознакомьтесь с содержимым истории. Угу. Рядом с некоторыми статуями могут находиться переключатели. Они разворачивают прилегающую к ним статую на 90 градусов. Направлению статуи также является важным условием прохождения истории. Если вы прошли все отметки правильно, но все равно провалили испытание, внимательно проверьте направление каменных статуй. Хорошо. Если вы же напустив... то можно начать заново. Ага, окей, хорошо, можно начать заново. Ну давай. Давным-давно это было. Могучный злой дракон захватил власть над миром. Тяжело пришлось людям в ту пору. Один мальчик, живший в маленькой деревушке, решил спасти мир, чтобы вернуть улыбку на лице людей. На лицах людей. Но зов его сердца откликнулся... На зов его сердца откликнулся магический посох, хранивший испокон веков в деревне. А, мальчик был избран посохом, стал волшебником. Влекомой магией посоха перед мальчиком явился сказочный дух и стал его компаньоном. Вместе они отправились в долгое путешествие, чтобы освободить мир. Так, смотрите. Бонусные орбы. Блин, столько тут всего. В начале испытания вы увидите, как называют так называемые бонусные орбы. Переходящие в некоторые места. А, парящие в некоторых местах. Вам не обязательно их собирать, но в зависимости от собранного количества в конце испытания вы получите определенный бонус. Отсюда до книги конца нужно следовать по ходу истории, да, это я понял. Так, смотрите. Идем к посоху. А нет, сначала одинокий мальчик. Так. Так. А дальше что не читаешь? А мне надо все клеточки использовать? Нет, вряд ли, да? Ну, вроде бы правильно. Так. Ага, к посоху мне сзади, да, надо подойти, получается? Или нет? Или да? Или же нет? Ну ладно, попробуем, если что. Ага, вот видите, что произошло, да? Нет, я, значит, не так. Давай заново. Да. Значит, заново. Окей, надо мне читать заново, нет? Так. Тогда попробуем вот так. Блин, ну вот этот орб я, получается, не соберу никак, что ли? Да, ладно. Да, заново. Так, давайте еще подумаем. Сейчас мы подумаем, сейчас все будет ништяк. Если мы... Да хер с этим орбом, ладно. Один соберу хотя бы. А-а-а. А что-то я не помню про камень там. Давайте тогда еще раз прочитаем. Так, прочитать историю. Мальчик. Магический посох. Сказочный дух. А сказочный дух это вот этот, что ли? Окей, тогда думаем. Мальчик, посох, сказочный дух. Ну, давайте. Мальчик.
посох. Я могу развернуть? А, это пофигу, да? Ну, в принципе, да, я смогу пройти. В смысле? А как это вот эта херня называется? Так, что там? Какие-то условия, да? Что ты сделал? Давай заново. Чё я сделал? Нет, не завершить. Нет. Начать. Странно. Ой. Короче, все, я понял. Надо было, оказывается, покрутить. Но я уже догадался, я нигде не смотрел. Это честно. Оказывается, вот... То, что он стоит, я не знаю, как он определяет, что... В смысле ты упала? Так, ладно, заново. Да. Почему она упала, я не понял. Ой, блядь, я тут туплю уже, все уже, потому что что-то голова не варит. Да. Тут все правильно у нас, все правильно. Сюда. Крутим. Вот так должна стоять статуя. Я не знаю, в чем разница. Ну, теперь... вы хотите провести историю в книге конца? Вы получите еще... А нет, подожди. Давай возьму орб. А теперь конец. Да. Вместе они отправились в долгое путешествие, чтобы... Да, ну все, я провел. Спасибо. Да, зачем мне это? Отлично, теперь дверь открылась. Блин, это оказывается не все. А я-то думал. Похоже, мое испытание мудрости еще не закончено. Ладно, давайте. Сказочный дух стал проводником мальчика. И вскоре они встретили новых друзей на своем пути. Первой была добросердечная орфистка. Нежные звуки. Короче, был стрелок. Орфистка, стрелок. Волшебник. Потом мальчик еще один, потом чудовище. Все, я понял. Так, понять бы, кто из них орфистка, кто... Кто? Так, тут на Z, да, можно как-то? Ну ладно, что, побежали. Девочка-орфистка. Так, вон... лучник там, не лучник, как его там. Храбрый стрелок, отлично. Теперь... Мудрый волшебник. Потом у нас мальчик. И потом они побеждают демона. Так. Можно одновременно с ними там как-нибудь взаимодействовать? Интересно. Ну, давайте попробуем вот так вот. Да. Теперь, когда у него появилась товарищ, мальчики, все ништяк. Да. Сражаясь со злом, друзья продолжили. Да зачем мне это штучки? Ну, у меня их так много. А вот это вот неплохо. Отлично, дверь открылась. Но это еще не конец. Блин, круто на самом деле, что здесь не просто так-то. Испытание мудрости. Во, ну это, видимо, последнее. Победить дракона можно лишь уничтожив 4 башни, излучающие злую силу. Первым в бой ринулся волшебник, уничтожив одну башню с помощью магии. Следующим потом стрелок, потом орфистка.
Орфистка повернулась к солдатам, коснулась струн. Сказочный дух. И мальчик. Окей. Сначала волшебник, да? Потом стрелок. Так. Ну-ка, подожди еще раз. Я забыл. Да, волшебник, стрелок, орфистка к солдатам. Сказочный дух и мальчик. Вот это что сделает? Ага. А еще? А, ну так, да. Так, спасибо за это. Так, там дух. К духу мы пока не идем. Так, значит... Так, отлично. Это мы выпилим. Потом стрелок. Стрелка сначала надо повернуть, да, как я понимаю? В сторону этой башни. Я же повернул, да. Тот был повернут сразу же. Так, и так. Пдыщ! Отлично. Кручу-верчу, запутать хочу. Так, тут мы пройдем, значит... Туда, сюда. Там она повернется к солдатам. Потом... Потом дух надо будет. К духу потом надо будет идти. Хорошо, ладно. Попробуем, попробуем что-нибудь сделать. Если у нас опять получится все с первого раза, будет шикарно. Так, значит... Так, дайте подумать. Значит, так. Блин, что-то не то получилось, наверное. Хотя это в любом случае. Да, нет. Или да, или нет. Так, ну эту фигню я поверну. Что-нибудь произойдет. Ладно, давайте попробуем. Кто из них солдат вон тот? Нет, не этот. Ну да, походу я тут не пройду. Хотя, может быть, вон там по краешку смогу. Да, нет, все, я протупил. Перепрыгни. Ладно, заново. Ну, я почти, да, давай. Так, сначала сюда. Мы это сразу повернем. Еще. Бежим, 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 крутим, 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 так, 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 ну, крутим. Да, вот тут я лоханулся, только надо сейчас посмотреть, я что-то так и походу и не понял, что там сделать надо. Так, давайте смотрим. Если я пойду, то это мне ничего не даст. Как же? Ну-ка, вид сверху. Мне потом еще и к книге надо будет вернуться. А, ну мальчик-то это последнее. Да, вот тут вот немножко непонятно. Если бы не надо было ее крутить, тогда бы было все легко.
Блин, я понял, наверное. Надо было сразу повернуть ту штуку, походу. Тут я сейчас опять буду в западне. Давайте попробуем сразу крутануть вот эту тогда фигню. Что она мне сделает? Что она мне даст? Она мне ни хрена ничего не дала. Как там сделать, я так и не понял, получается. Ладно. Да, заново. Что ж. Ну что ж, мне тут Катя немножко подсказала, потому что уже проходила. Все оказывается легко, я просто, блин, из-за орбита этого, орбита. Короче, один орбит тут нельзя собрать просто. Хотя, я сейчас подумаю, может быть и можно. Сейчас. Сейчас попробуем. Сейчас. Сейчас все будет, как говорится. Да, скорее всего, даже можно его собрать. Значит, идем так. Идем так. Крутим на солдата. Бежим. Да, можно собрать орбиты эти все. Орбиты. Жвачку пожевать там потом можно будет. Ништяк. Гениально. Этого даже Катя не знал. Ну, а тут, в принципе, все легко. Так, опять же, собираем. Так, этого крутить надо теперь его к скале почему-то. Фонариком его. Так. Так, и тут дракошку надо еще немножко покрутить. И все. Мы прошли. Все башни уничтожены. И мы заканчиваем испытание. Да, конец. Наконец, мальчик поймал момент, когда дракон... И пизданул ему врага. Волшебный кристалл в лоб дракона раскололся. Угу. Снадобье мудреца. Шампир. Ты так знал, что обладаешь мудростью. Я должен войти в тот магический круг. Ну давай. Но это что? О, что это за место? Я в небе? Это зал отваги. Победи врага, и пусть твой меч не дрогнет. Испытание отваги, и кто же будет моим противником? Так, давайте сохранимся и уже посмотрим, кто будет нашим противником в следующей серии. Ну что, и так уже больше часа серии у нас идет. Ну да, если бы я не тупил, было бы все гораздо быстрее. Ну а пока, ребятушки, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, оставляйте комментарии, подсказочки, пасхалочки, все что угодно пишите, если нравится игра. В общем, до новых встреч, всем пока-пока.